Друзья, у вас здесь лишних 100 тысяч рублей? Или вы хотите почувствовать себя самой дешевой проституткой на свете? Добро пожаловать на канал Немаги, где вам помогут быстро потратить 100 тысяч рублей с нулевой эффективностью и почувствовать себя полным лохом. Давайте посмотрим, как Немаги обманула рекламодателей на 5 миллионов рублей. Да-да, на 5 миллионов рублей. Эти ребята обещают эффективную рекламу, а точнее очень эффективную рекламу за 100 тысяч рублей на основном канале и за 20 тысяч рублей на лайв-канале в Ютубе. Но если вы думаете, что они на этом остановятся, то вы сильно ошибаетесь. Немаги еще навязывают консультации по развитию канала за 20 тысяч рублей, плюс еще подсовывают лайки за 2 тысячи рублей. Короче, вас по полной пойму и выглядят как использованный презерватив китайского производства. Стоп, Карл, остановись. За 20 тысяч рублей проводят консультации? Ведь у Немаги есть неэффективный детский канал про Прохоршоу, который за год утонул в дизлайках, так же как и канал Сергея Симонова. Тритон, все эти каналы полный отстой, который продюсирует Немагия. Обратите внимание, в каждом ролике, который выкладывает Немагия, новый рекламодатель. В каждом ролике новый рекламодатель. Почему старые рекламодатели не заказывают повторно эффективную рекламу? Да потому что это чистый обман. Эффективность рекламы у Немагии 0%. Да-да, 0%, Карл. Но если быть честным, то эффективность рекламы Немаги 0,1%. И за это они просят 100 тысяч рублей. Давайте подкрепим наши слова доказательства, чтобы не быть последними балабулами, как Сережа. Ну, сами знаете какой. Заходим на сайт Social Blade и смотрим на последнего рекламодателя у Немаги, а это канал RR Rush Riders. И что мы видим? За 2 дня подписалось 700 подписчиков. Давайте посмотрим, что потом происходит с этими подписчиками на примере любимого канала Немаги Тритон. И что мы видим? Каждый день обычный и школьный и потовый трафик, который стоит копейки, а Немаги его продает как эффективный способ продвижения. В итоге получается у Немаги самая дорогая реклама в мире. Самая дорогая реклама в мире, Карл. Но, к сожалению, люди это понимают только после того, как их кинули. Чао, пока. Выводы делать только вам.